Дорогие друзья, добрый день. Сегодня я хотел вам показать распечатку посылки. А в посылке я заказывал светильник для видеосъемки, для того, чтобы улучшить качество моей съемки, моих роликов. И хотел вам предложить такой вид ролика. Вы в комментариях, пожалуйста, напишите, стоит ли этим заниматься или нет. Но я считаю, что канал у меня разносторонний. Я думаю, что и это может быть кому-то быть интересным. И сейчас хотел продемонстрировать. Я вот только сегодня, вот сейчас вот привез вот с почты такую посылочку. И с вами сейчас мы посмотрим. Заказывал я эти светильники на AliExpress, но из России. Сейчас давайте посмотрим вместе, что это такое. Вот все, что здесь есть. Распакуем с вами и посмотрим. Это инструкция. Так, это, видимо, как треноги. Ну, такие они, в принципе, металлические. И очень даже они, знаете, жестковатые. Это хорошо. Вот два таких светильника на ножках. Здесь зажимы, штанга удлинительная, две штанги, насколько там ограничитель. Вот смотрите, какая высота. Высота даже очень хорошая. Освещение, как всегда, при съемке не хватает. И вот я посмотрел в нете и увидел вот такие светильники. В принципе, они не дорогие, бюджетные, так сказать. Но по отзывам вполне хорошие. Так, здесь у нас зажимчики какие-то, здесь вилочка переходная, это зарядное устройство, Так, перейдем к самим светильникам. Так, здесь аккумулятор, видимо. Ага. Аккумулятор такой. И так вставляется. Светофильтр. Так, включение. Ну, возможно, что он разряженный. Надо будет его зарядить. Скорее всего, что он разряженный. Так. Вот два их таких. Так, ну и там сама сумка для хранения, видимо. Сейчас мы их попробуем зарядить. Посмотрим, насколько у них будет свет. Нет, вот этот вроде как что-то светится. О, видите, какое освещение. Отличное освещение, светодиоды. Может быть, даже и здесь работает. Почему-то, может, подольше подержать его надо было. Нет, скорее всего, этот разряженный. Этот не работает. А здесь очень даже хороший свет. Видите, как? Так, и здесь. Так, вот только единственное, где
Не хватает здесь шнура. Так, или он вставляется сразу. А, вот так вот он вставляется. Он вставляется, видимо, сюда. Вот таким образом. Шнура нет, не нужно совсем. Смотрите, как здорово. Это лучше. Вот таким образом. Давайте сейчас вот я попробую сразу вставить в розетку. Что там будет или нет. Все, пошел заряд. И мы посмотрим, пока вот сейчас это распакуем. Так, это сумка для переноски светильников. Видите, какая сумочка. А давайте я сразу закреплю светильник, и с помощью его, может, мы лучше рассмотрим его. Так. Это крепление получается светильника. Он здесь заворачивается таким образом, затягивается. Так, и здесь вот таким вот образом заворачивается, видимо, шайбы. Так, давайте я пока выключу. Сейчас я вот это приверну, а потом уже посмотрим. Так, здесь регулируется наклон или нет. Еще интересно. Это высоко. Вот так вот, допустим. Так. Затяну. Но наклона вот я не вижу здесь, наклона ее. Этой. Так, давайте посмотрим теперь, как будет освещать. О. Как сейчас получше видно. Ну вот еще с этой стороны нужно будет. Но в принципе стоечка очень такая крепкая. Это сейчас она стоит здесь вот неровная поверхность. Вот так вот. Очень даже неплохо она стоит. Он не громоздкий, вполне нормальный. Так, ну сейчас посмотрим, что тут зарядилось. Буквально тут несколько минуток. Так. Так. Все, смотрите. Как отлично все буквально подержал. Несколько минуток уже заработало. Надо будет полный цикл заряда-разряда, чтобы аккумулятор емкость имел полную. Сейчас с этой стороны сделаем общий вид. Так, а здесь угол наклона. А, вот здесь есть угол наклона, да. Здесь есть, это надо разобраться мне. Здесь, смотрите, как здорово. Угол наклона. Так. Шарик здесь точно. Ну, возможно, они еще не очень заряжены, но в целом, скажите, как нормально видно, нет со стороны. Скажите ваше мнение, мне будет важно вот в таком виде. Вот, чтобы лучше был свет и звук, чтобы вы не обижались или не жаловались, что плохо слышно
или плохой свет. Ну, в принципе, наверное, на этом ролик и закончится. Вы, пожалуйста, напишите в своих комментариях, стоит ли показывать такие ролики. Может быть, какое-то другое будет предложение. Но я еще раз повторюсь, что все-таки у меня разносторонний канал. И, возможно, я буду снимать что-то, темы другие. Не в плане кухонные или кулинарные темы, а все, что в моей жизни происходит. У меня много чего происходит в жизни. И мне интересно и вам показать это. Может быть, услышать от вас какие-то предложения, пожелания. Поэтому я всегда рад вашим комментариям, и плохим, и хорошим. Конечно, хорошим больше рад. Вот. Ну и на этом хотел я закончить этот ролик. Вам всего самого доброго и до скорых встреч. До свидания.